давай переткни. Ну, любой. Первый и третий. Давай, значит, дальше добавляй, получается, четвертый, пятый, второй, можно второй. Теперь включаем насос. Подожди. Давай. Еще раз. Теперь давай поменяем насос в миску. Может еще одну? Подожди, подожди. Отолью еще чуть-чуть. Давай. Жди, да, у нас два ведра. Можешь сказать, что тут 58, и там 58. Давай. Каждый раз перед еще большой становится. Ладно, покажем. Да. Готовься. Thank you.
почему-то аж шестой датчик на нулях. Ну там вода должна дойти. Все, что с сигналом тревоги? Во-первых, можно опустошить этот бак, и когда он захочет полить, увидеть, что нет воды, он будет кричать, что бак пустой. Давай ведро в любое, вылим его. Прям в ведро. Вот оттуда бери любое. Нет, давай лучше так. Еще раз? Да. Перелить насос его сейчас не будет качать. Там, по-моему, сейчас коробка ларма стоит выше. Ну, давай попробуем. Так. Полить. Подожди. Давай перевернем. Надо порог туда уменьшить. Порог. Давай. Минимум 50%. Сейчас по мини проберемся. А, не жарит. Мы порог поставили выше 50. Теперь можем показать, как тепло, да? Вот он пытался заполнить его только. Она берет его. Что-то еще можно показать о том, что идет вода, но вода не должна идти. Включатель ждем. Не, он должен был орать сейчас все время, когда я... Сейчас. Показания изменились. Перепроверь контакты. Сейчас. Когда нет полива и если замкнут этот контакт, он должен был орать. И сюда он должен был показывать, да? Но он переключается, а потом вырубается, все в порядке. Я могу скачать файл, скинуть все.
теперь давай по меню. Пройдись с этой стороны. Далее. Измени просто параметры. Почему-то до сих пор.